канале Лёд тронулся. Как приятно вернуться к вам. Не знаю, кто-нибудь вообще заметил мое отсутствие или нет. Тем не менее, оно связано с тем, что мы в данный момент переезжаем в другой город. И сегодня знаменательный день для меня, так как это мой последний вечер в Москве. И я решила провести его в парке Сокольники, где сегодня будет открытие катка, на котором выступят наши наилюбимейшие Татьяна Волосожар и Максим Траньков. И есть у меня сегодня еще один повод, чтобы праздновать, так как сегодня были прокаты произвольных программ на Гран-при в Японии. Саппоро, где наш замечательный Михаил Калида впервые исполнил четверной лутц. К сожалению, он с него упал, но я хочу поддержать этого замечательного спортсмена, сказать ему: Миша, если ты меня смотришь, твой квадалуз был просто обалденный. И я надеюсь, он станет постояльцем в твоих программах и будет становиться только лучше и лучше. Удачи! И так как вы поняли, у меня сегодня будет такой видеоблог, то бишь влог. Я сейчас направляюсь в парк Сокольники. Туда идет, как всегда, куча людей, потому что сегодня выходной день. Посмотрим, надеюсь, там не будет прямо уж слишком большой толпы, и я смогу пробиться поближе, чтобы увидеть наших любимых Траньковых. Знаменитая Сокольническая аллея, которая ведет, судя по всему, к месту проведения открытия. Красота! Итак, вы видите сейчас очередь. Я так понимаю, они все стоят, наверное, за прокатом коньков, чтобы иметь возможность сегодня покататься. Да, как видите, прокат коньков именно там. Вот так выглядит сам каток. Как вы видите, его уже заливают. Точнее, полируют. Итак, дорогие друзья, совсем скоро мы откроем этот лед для жителей Москвы. Ровно в 19:00 мы ждем вас на нашем сегодняшнем открытии. Мы такие радостные, да? Моя любимая Металлика играет. Мне это уже нравится. Хорошее покрытие. Сейчас, конечно, снегом засыпало, но... 18, мне там еще 16, 10 ящиков. За 2 года. Странно, я думала, сначала будет открытие и выступление наших замечательных танец маски. Конечно же, ни одно катание не обходится без такого звука, который быстро действует и всех пугает. Итак, эта пара смогла выступать за Россию в 2011 году. Сходу выиграла чемпионат России, стала второй на чемпионате мира. Они становились 4 раза чемпионами Европы, а также 2 олимпийскими чемпионами. На эту сцену под ваши бурные аплодисменты приглашаются фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас. Пришла зима, замечательная зимняя погода. И это значит, что всем пора на каток. Мы рады приветствовать вас здесь сегодня. Желаем вам отличного настроения. Можем сказать, что каток открыт. Давайте кататься в удовольствие, развлекаться, падать, но аккуратно. И, конечно же, веселиться. Мы надеемся, что вы будете приходить сюда каждый день, приводить своих детей, и кто-нибудь из них влюбится в лед и станет фигуристом, хоккеистом, конькобежцем и будет продолжать победные традиции российского спорта. Спасибо.
Итак, под аплодисменты Татьяна Волосожар и Максим Драньков вместе с вами делают круг почета по льду. Давайте все вместе закружимся в этом вихре. Положите эмоции. Итак, все вместе дружно за Татьяной и Максимом катимся под эту прекрасную музыку. Итак, вот они, любители спорта, вслед за Максимом и Татьяной, олимпийскими чемпионами. Мы встали на коньки, мы приобщились к здоровому образу жизни. И этот вечер для нас. Thank you.
думаешь, вот так прошло мое посещение парка Сокольников, открытие катка. Как вы видите, за мной все еще стоит просто гигантская очередь, которая все так же не видно конца. По-моему, она даже вообще не сократилась. Насколько я поняла, количество пропускаемых людей на каток лимитировано, поэтому, я не знаю, люди будут просто стоять и ждать, пока кто-то будет уходить с катка и будут запускать. Мне кажется, что не имеет смысла, потому что очень холодно, и у меня у самой уже начали замерзать ноги, поэтому я отчаливаю. Получила удовольствие от того, что просто вышла в это красивое место и увидела своих любимцев. Танюша уже такая большая, поздравляю ее и надеюсь и верю, что у них все хорошо там развивается с малышкой. И сегодня с вами была я, Анаида, и это канал Йогстронуса. Подписывайтесь, открывайте свои фигурно-катательные сезоны, доставайте коньки или покупайте, если у вас их еще нет, приходите на катки, учитесь делать елочки и фонарики. Если вы не знаете, что это такое, прогуглите. Какие очаровательные ярмарочные дома. Мне так хочется что-нибудь купить. Я не устояла и купила себе шикарный глинтвейн.